В микрорайоне «Новое Веселое» ликвидировали несанкционированную свалку. Она появилась на месте, где в прошлом стояли контейнеры для мусора. Месяц назад коммунальщики перенесли их на улицу Репина. Но несознательные горожане продолжают складировать бытовые отходы на пустыре. Ведь это они делать могут бесплатно. Это обязанность собственника, скажем так, как многоквартирного дома, так и частного дома, выполнять свои, скажем так, обязанности. Да? У вас есть обязанность в многоквартирном доме внести плату за свою квартиру, да, за горячую воду, за холодную воду, за обслуживание, там, взывов с мусора, это все входит, да, в обслуживание. Также у частника, владельца частного дома, да, есть обязанность заключить договор на вывоз коммунальных отходов. Но они не заключают. На сегодняшний день из 10 жилых домов договоры на вывоз мусора заключены лишь у двоих собственников. Стихийные свалки остаются одной из основных проблем микрорайона.